Шел изнуренный под ношей креста, иглы впивали в сестерни венца. Кто же-то должен так больно страдать, и за кого свою кровь проливать? Иисус, Иисус, кто же-то должен так больно страдать? За кого свою кровь проливать? За меня. Ржавые гвозди в руках и ногах, жгучие раны и жажда в устах. Кто же-то должен так больно страдать? К небу молитвы о милости слать. Только должен так больно страдать, только Он. К небу молитвы о милости слать, только Он. Если грехи в соблазны придут, скорбь, одиночество сердце сожмут, то не забудь на Голгофу взглянуть, где был усеян страданиями путь. На Христа, то не забудь на Голгофу взглянуть, на Христа, где был усеян страданиями путь. Если тебя на допрос поведут, или в тюрьму, или в ссылку сошлют, то и тогда будет Он, где и ты, рядом с тобою в изгнание идти. Твой Господь, то и тогда будет Он, где и ты, Твой Господь, рядом с тобою в изгнании идти, Твой Господь. Если же ты будешь верно всегда чтить непреложную волю Отца, то не забудь будешь в Царстве Христа и у престола благого Отца. Скоро с Ним, то не забудь будешь в Царстве Христа. Скоро с Ним и у престола благого Отца.